Ребята, вы очень долго просили меня снять ролик, как же зайти на мой сервер Pixel Bro с телефона. И это сделал за меня Кирилл. Ребят, ролик всего на 2 минуты, это очень просто сделать. Вот, так что я оставлю его в описании, если вы хотите зайти, затестить мой сервачок с телефона, то переходите по ссылочке и делайте все. Но только после просмотра видео. Если что, в описании ссылочка будет и в закрепленном комментарии. Они тебя спросят, ты что тут? Ты им скажешь, типа, да ничего, все нормально. Да рассказывай, что с тобой случилось. Ты из какого отряда? Ты скажешь, я из первого отряда. Вот, они типа, нифига, а тебе сколько лет, ты что, ты из первого отряда-то? Там же вообще капец кобылы. Вот, ты скажешь, там мой брат просто, поэтому меня туда тоже, это, запихнули. Вот, скажешь, мне так-то 14 лет. Вот, и потом, ну, типа, расскажешь, что случилось, ты все это расскажешь, меня обижают, типа, меня в первый день пастой намазали. Ну, погодите, ребят, привет. Ты чего здесь сидишь-то один? Привет, да ничего. Стоп. Я с другого кадра просто. Ага. Я забыл. Это что? В смысле? Скажи. Как это быть? Да там мой брат просто. Из-за этого меня туда тоже посадили. Понятно. Прости, пожалуйста. Ну рассказывай, что с тобой случилось, кстати, ты из какого отряда? Да, может еще быстрее будешь говорить? Пока не забыл, надо все пробовнить быстрее. Овощное рагу. О, девчонки, ваша стряпня просто супер. В смысле? Чего? Это вы все съели? Вы что, офигели? Вы не офигели ли? Вот именно. Это вам месть за наших парней. За наших? Понятно! А, Павли, все с тобой понятно, да. Это в неудачный дубль пойдет. Тебе капец. Погоди, я вообще не понимаю, в чем смысл. Все ясно, Павли. Все, давайте заново. Хватит уже свои сосиски жарить. Я же сказала, что убить хочу. Да бесишь меня, хватит! Получается, Аким и еще один бот, Кир. Да хватит! Бал! Хватит! Бан! Вот это я злая, ясно? Все ясно, ладно. Я уверен, сейчас каждый подумал то, что сейчас переснимаем. Я пересрал, я думал, что я уже так все разбил. Это просто эмоции обиженной девочки. Актриса, актриса. Ну да. Честно, нужно тебе, короче, это, роль в Дискорде выдать актер с Оскаром. Да реально, жестко очень было, я сам поверил. У меня, кстати, для вас есть тоже отличная новость. В общем, видели, да, там мой парень? Что? Заново. Жалко. Полностью заново настянут из... Так, Жека. Так, Жека, пошли с тобой целоваться. Давай. А он и не против, ясно. А я не буду целоваться, потому что будет кто-то целоваться другой. Вот так, я спектатора сниму. Сейчас Стас такой, не понял. Да, давай, Кирилл, переодевай меня, мой скин. Ну нет, нужен на обед. Тут есть Аня. Аня. Ну давай лучше Аню. Аня. Ладно. Ага, значит, нам там раньше говорил, что ты против вот этого вот всего, а теперь только за. А потом Кирилл тебя целует. Точнее, ты его. Нет. У меня дела-то появились. А, там же не Кирилл, там же... Вот, Кирилл, лучше иди по делам. Там же Аня, там не Кирилл, так что... Вот так лучше. Жопу. Я с Женей несколько часов знаком, но я знаю, что он гомофоб. Ну, смотри. Ну. Ладно. Они друг к другу на встречу так побежали, потом бац! И сломались напополам. Все, давай. Сэм там шкребет. Может, дверь закроешь? Покин Сэм. Надо дис на него написать. Угу. Дис на Сэма. Эй, Сэм! Эй, Сэм, успокойся, Сэм, пожалуйста. Молодец, пчел. Все, давайте, раз. Йоу, так пахнет Диор, йоу. О, здорово, братан. Стас, нет, это алкаш какой. О, здорово, братан, ну что это? Как? Нет, Стас, это ты нормальный. О, привет, пацан, что делаешь? Ну да, но голос не меняй, будь собой. А. Ты быдло. Будь собой.
Пассивом будет. Все, давай, давай. Какой у тебя ник-то, псевдоним, да? Давай, МС Хававанский. О, красава! Я думал, ты скажешь, что Асгаджубас. Хававанский. 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 Двигай телом, но смелее залетай на этот бит. Ему уже нравится другая девушка и... Ну это ж не значит, надо сводить себя с рук. Стоп. Своди себя с рук. Своди себя с рук. Говорится, сводить себя с рук, типа... Сводить счёты с жизнью. У меня все ладошки вспотели. От присутствия женщин. Мокрых женщин рядом. Ты в груди не такая. Мокрая женщина. Тебя же Аким зовут, да? Да, да, Аким. Спасибо тебе большое, ты спас мне жизнь. А не за что, я считаю, на моем месте любой поступил так. Ну вот, объясни, как мне теперь жить? Вот, что мне делать? Как поступать? Ну, жизнь не заканчивается, Саша, на этом моменте. Ну, слушай, все равно. Ты мне давно нравилась, я не мог никак это тебе сказать. Давай встречаться. Ну, ты вроде тоже ничего. Ну, тогда договорились. Договорились, ну это вот, ну что? Договорились. Ну, блин, легально. По рукам. Понятно, как теперь люди встречаются. Ну, не знаю, это прям... Это прям... Потому что такое молчание было, и я все, я смирение, я не знаю, что делать. Все, готов, Чола? Да, я готов. Давай. Такое скажу, она обкакается. Обкакается? Не, ну может не надо? Ну ладно. Все, раз, два, три. Странные танцы. Танцы, танцы на ТНТ! И все. В конце серии ты скажешь... С Кириллом буду. Ну да, получается так. Ёжик с Нюшей. Куда ты? Барач, прости. Вот. Да не, все норм. Все, отстанет мне. Пошли отсюда. Ладно. А чё, куда ты пошла-то вообще, дурочка, что ли? Куда надо? Куда? Домой! Куда пошла там, блин, люди вот эти всякие? На танцпол пошли танцевать. А Саша, Саша... А я не знаю, чё она, вон. Сашка... Чего враж? Нет, нет. В общем, я подслушал первый отряд, они говорили, что... в каком-то доме заброшенном, где-то там... Но... живет старый дед, который дает за 10 тысяч рублей книгу. Ты чё? Я запутался. Там будет стоп-кадр, скорее всего. По-любому кто-нибудь затупит. Да, Кирилл? Посмотрим, посмотрим. Подколола. На что с этим делать? Боже. А вдруг это не... А если это не он? Кирилл, ну ты чё там? Долго будешь лежать? Ну, я думала, она... Типа... Ой, у меня подмышки не побритые. Ой! Ой! Стой, 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 не это, не шевелись. Сейчас я посмотрю, где надо перерисовать. Опусти голову, опусти. Теперь беги, беги, беги вперед. Ну, блин, ну ладно, сейчас я под мухи перерисую быстренько. Прыгаешь, прыгаешь, вот так смотришь, вот так вокруг, потом вниз прыгаешь, понятно? На этом стоп. Давай, раз, смотрим. Смотришь вокруг, сейчас залазишь, смотришь, вниз туда, вниз, вниз, вниз смотришь и прыгаешь. Просто прыгнул.